1963 году вышла книга канадско-американского социолога Эрвина Гофмана «Поведение в публичных местах», русский перевод которой я держу сейчас в руках. Это не самая известная книга Гофмана. Представление себя другим в повседневной жизни или анализ фреймов, или стигма существенно более известны или более цитируемы. Но во многих отношениях это самое важное для, видимо, самое важное для самого Гофмана книга Гофмана, поскольку в ней он описывает ту фундаментальную организацию социального порядка, которой посвящены и все остальные его книги. Организацию социального порядка, которая существует в человеческих взаимодействиях лицом к лицу. Наконец, сейчас, слава богу, эта книга переведена на русский, мастерски, я бы сказал, переведена усилиями Андрея Корбута, и переводилась она с большим трудом. В смысле, работа переводчика и редактора была омрачена множеством ссор. Мы с Андреем несколько раз спонтанно начинали планировать дуэль в районе Балагова. Я собирался выехать на встречу ему из Петербурга, он сходится со мной от Ленинградского вокзала. И было по какому поводу? Потому что Гофман практически невозможный для того, чтобы его переводить на русский автор. У него какое-то странное, кроме того, что он хорошо пишет, у него было еще какое-то удивительное чутье на слова, которые переводы на русский просто не передаются. Кроме того, он делает из них основные термины в своей теоретической конструкции. Возьмите слово «engagement». Оно вообще очень популярно среди социологов, но у Гофмана это один из главных терминов. «Engagement» возникает, когда два человека встречаются взглядами, это такой прототипический случай, и каждый из них знает, что другой знает, что он знает, что они смотрят друг на друга, что они являются объектами внимания друг для друга. Между ними возникает некоторая особая связь, такая, которая возникает между родителями и ребенком, когда ребенок впервые ловит и удерживает взгляд взрослого человека. Мы чувствуем, что там что-то живое, что там какой-то разум. Так вот, Гофман во многом в этой книге рассказывает о том, как устроены правила, регулирующие этот самый engagement. Но попробуйте перевести его на русский. То ли это... Мы перебирали самые разные варианты. Мы опускали для того, чтобы переводить это буквально как ангажирование. И в каком смысле действительно ангажирование, мы можем сказать, что человек, который поймал взгляд другого, имеет на него некоторые права. А мы можем сказать, но предложение, в которое вставлено ангажированно, выглядит просто ужасно. Это можно перевести как помолвку. И в этом была некая забавная, очень гофмановская ирония, но все-таки помолвка была слишком смела для описания рутинных ситуаций. Чуть лучше была вовлеченность, но, к сожалению, вовлеченность Гофман использует как involvement, еще один важный термин в этой же самой книге. В конце концов, мы назвали это взаимным подключением и уже успели услышать от дружелюбных и не очень дружелюбных критиков, что ужасно изуродовали сам текст. Так или иначе, со всеми этими муками книга была переведена, читатель может просмотреть ее или прочитать внимательно пять основных ее частей, посвященных тому, как устроена взаимодействие между незнакомыми или в меньшей степени знакомыми людьми, когда они оказываются в ситуации физического присутствия лицом к лицу друг с другом. Гофман начинает с того, что в части первой вводит основные понятия, очень традиционным образом позволяя читателю разобраться в различиях между engagement, пересечением, событием и разными другими, на первый взгляд, сложно различимыми конструкциями. Во второй части он рассматривает то, что называют несфокусированными взаимодействиями. А группа людей, которые физически присутствуют и взаимодействуют, но взаимодействие их в основном состоит в том, что они дают понять друг другу, что им нет друг до друга ни малейшего дела. Затем в двух частях он рассматривает сфокусированные взаимодействия и ситуации, когда индивиды являются фокусом или объектом внимания друг для друга. И в этих ситуациях как раз появляется engagement, и их регулируют правила, всевозможные, сложные и детально Гофманом описываемые, которые позволяют людям претендовать на ту или иную степень вовлеченности в их дела окружающих. Например, отдельная глава посвящена знакомствам, которые дают нам права, не обладаемые
людьми незнакомыми. В нашем обществе мы предполагаем, что знакомый человек, с которым мы представлены, вот особый ритуал представления, может всегда остановить нас и заговорить в метро, так как со стороны незнакомого и непредставленного было бы совершенно невозможно. Знакомство как ритуал дает очень ценное право претендовать на определенную часть внимания для того, с кем мы в данный момент соприкоснулись. И, наконец, в последней, пятой части Гофман вводит общесоциологическую модель, пытаясь вписать все эти конструкции в отношении индивида к более широкому социальному порядку. Как можно понять из самой терминологии, Гофман выступает здесь в значительной мере как продолжатель функционалистской традиции. Он довольно много обширно ссылается на Парсонса в разных исходных текстах, из которых эта книга выросла, и в этой книге, в общем, тоже можно проследить вполне парсонианские ноты. Есть нормы и есть ценности, есть социальный порядок взаимодействия, который этими нормами и ценностями создается. Отличие с Парсонсом заключается в том, где он, собственно, видит этот порядок. Две радикальные инновации, которые делают Гофмана такой значительной фигурой, касаются: одна — переопределения объекта исследования, должного, правильного, а вторая — той материи, которую он в этом объекте прежде всего видит. Гофман принадлежит к направлению, к американской социологии, которая попробовала радикально переосмыслить то область или то место, в котором можно найти регулярность и порядок в социальной жизни. До Гофмана Парсонс, и не только Парсонс, предполагали, что социальная жизнь вокруг нас полна каких-то случайностей, аберраций, отдельных событий, но для того, чтобы создать из социологии настоящую науку, нужно подняться над ними, нужно подняться над вот этими стохастическими процессами и увидеть за ними какую-то регулярность. Вот величайший представитель этой линии мысли был Норберт Элиас, который мог рассказать историю всей европейской цивилизации, причем настаивал на том, чтобы эту историю нужно было рассказывать как на можно более широком, вот таком большом временном промежутке, на самом крупном мыслимом уровне, так, чтобы можно было мыслить столетиями. И тогда, говорил Элиас, наконец-то будет полный порядок. Мы увидим, например, как происходит развитие централизованного государства, монополизирующего силу, как развивается процесс цивилизации. А ему говорит профессор Элиас: но ведь вы выросли в 20-е годы, да еще и в Германии, вы помните нацизм, какой же там порядок, какая монополизация государственной силы, да и с цивилизацией не очень. А, говорил Элиас, исторические случайности. А человек, вся семья которого погибла в концлагере, утверждал, что с точки зрения теории вот это вот все мелкие исторические эпизоды. Нужно мыслить эпохами, нужно мыслить тысячелетиями. И Парсонс рассуждал примерно так же. Повседневная жизнь, она тоже упорядочена, но менее упорядочена, чем институты или социальные системы. И из нее можно подбирать какие-то иллюстрации, но надо иметь в виду, что настоящий порядок, настоящую науку на этом материале не сделать. Гофман представляет направление в американской социологии, которое вслед за французскими предшественниками, например, Дюргейму, утверждало, что вот как раз тут-то и надо искать порядок, не в больших процессах, а в повседневных, минутных, рутинных событиях. Коллеги Гофмана из направления, которое называется этнометодология, например, некоторые из них посвятили всю жизнь изучению телефонных разговоров, и даже не телефонных разговоров, а первых нескольких секунд, которые проходят в этом телефонном разговоре, и шокировали других социологов открытием, состоящим в том, что в 99% случаев, когда раздается телефонный звонок, алло говорит человек, который поднимает трубку. Ну, с одной стороны, это какая-то очень маловажная вещь. Какая разница, кто говорит алло? А с другой стороны, посмотрите. Вот ни в какой другой области социальной жизни таких регулярностей нет, 99% случаев. И 1% оставшийся обычно объясняется какими-то сбоями, вроде сбоя на телефонной линии. Вот это маленькое повседневное, почти незаметное глазу событие, оно регулярно, оно упорядочено. А вот то, о чем люди ведут свои разговоры, поддается какому-то осмыслению гораздо хуже. И Гофман со своим интересом к порядку интеракции, то есть к тому порядку, который управляет человеческими соприкосновениями, когда люди оказались вместе, он вписывается в ту же генеральную линию. У Гофмана, в отличие от коллег из этнометодологии, например, есть очень отчетливая мысль о том, что есть два порядка: есть субстантивный порядок, есть порядок взаимодействия, порядок интеракции. Один из них как бы погружен или всегда присутствует в другом, но при этом это логически разные порядки, их можно изучать отдельно друг от друга, и они управляются совершенно разными императивами.
И здесь появляется вторая инновация, которая объясняет, почему, в отличие от этнометодологов, например, Гофман не стал сектантским автором, сравнительно малоизвестным, а наоборот, неожиданно, возможно, даже для самого себя, если бы он дожил до наших дней, превратился в одного из самых влиятельных интеллектуалов XX века. В одном из опросов он занял 7-ю строчку, уступив из социологов только Хабермасу. Тут главная материя или главная логика, которая направляет взаимодействие лицом к лицу, это логика сохранения лица в смысле не как физического объекта, а как объекта морального. Главное, что происходит в этом взаимодействии, это создаются идентичности его участников. А главное, что направляет их действие, это стремление не потерять это самое лицо как моральный объект или, наоборот, восстановить его. Эта логика отличается от логики, во многом отличается от логики, которая управляет субстантивным порядком. Например, субстантивный порядок традиционно марксистские левые авторы описывают с точки зрения неравенства или распределения каких-то жизненных шансов. И да, говорит Гофман, это все там, разумеется, а вот в порядке взаимодействия лицом к лицу этот порядок экономических сил каким-то образом приобретает новые формы. И эти формы не вполне выводимы или сводимы к логике, например, концентрации и перераспределения капитала. Логика капиталистического рынка диктует то, что в период кризиса капиталист увольняет своих рабочих, но не диктует тот факт, что в процессе увольнения капиталист, если это просвещенный современный капиталист, вызывает каждого из них в свой офис, жмет руку, благодарит за проделанную работу. Вот эта вот вежливость, которая, в общем, экономически совершенно иррациональна, она объясняема соображениями порядка интеракции, но не объясняемо соображениями капитала. Так вот, для марксизма нового поколения к прежней логике неравенства прибавляется логика, к прежней озабоченности вопросом неравенства, прибавляется логика озабоченности неравного распределения не экономических возможностей, а неравного распределения шансов на признание. Теперь мы говорим о подчиненных и дискриминируемых группах, как страдающих от своей бедности не потому, что они страдают от бедности, потому что они голодны или они больны, а потому что они получают достаточного уважения. И действительно, в общем, для марксистских авторов, начиная с Полании, по крайней мере, экономическое неравенство становится важным, потому что это экономическое неравенство воплощается в большем или меньшем уважении, которое индивиды могут рассчитывать получить от других. Есть какое-то абсолютное страдание, например, люди страдают от зубной боли, потому что не могут получить медицинскую помощь, и страдали они от зубной боли даже во времена, когда медицинской стоматологической помощи не существовало. Но есть неравенство относительное, и оно происходит от того, что у людей не остается возможностей или не остается возможности получить то, что на их глазах получают остальные. Здесь Гофман неожиданно оказывается необычайно востребован, потому что все его книги на самом деле написаны о тех страданиях, источниками которых для людей становятся их окружающие, и сущность которых заключается именно в том, что они не получают того уважения, на которое могли бы рассчитывать. Это его книги, это во многом летопись тех ран, которые люди наносят друг другу тем, что демонстрируют, что относятся друг к другу не вполне как уважаемых или к достойным субъектам. Для новой волны американских, а потом европейских, а потом уже и по всему миру левых, книги Гофмана вроде «Стигмы» стали бесконечным источником вдохновения, переплетаясь, обогащая собой прежнюю левую традицию изучения всевозможного неравенства. И отчасти, возможно, вопреки самому себе, Гофман никогда не был особенно озабочен, прямо скажем, вопросами экономического равенства, а он, тем не менее, был востребован вот в этой вот литературе. А Гофман, тем не менее, если мы пытаемся применить его к политике, оставляет нам очень много ценных ключей и в еще одном направлении. И еще одна традиция, по крайней мере, потенциально могла бы черпать из него вдохновение. Когда однажды его в 60-е годы американские, когда всех об этом спрашивали, прижали к стенке и спросили, а кто же он политически и на чьей же он наконец стороне, Гофман, который всегда таких разговоров сторонился, ответил, ну, если уж вы хотите от меня добиться чего-нибудь, то, наверное, я анархист.
Это был довольно странный ответ, он был вполне консервативным профессором, ничто в его поведении, кроме того, что иногда приходил на лекции в сандалиях, не выдавало в нем анархиста, но в этом была своя логика. В том порядке интеракции, который он изучает, есть одна удивительная деталь. Люди выполняют его требования или выполняют его законы с поразительной регулярностью, при этом не встречая никакого внешнего принуждения. Никто не заставляет поднимающего трубку говорить «алло». Никто не заставляет людей в повседневных ситуациях, например, сдерживать отрыжки, но если они не подростки, таким образом демонстрирующие свою дистанцию от культуры взрослых, большинство людей прилагают отчаянные усилия, чтобы с ними чего-нибудь такого не произошло. Почему люди накладывают иногда на себя такие суровые ограничения в отсутствие внешней инстанции, внешнего наказания, когда все, что им грозит, это в худшем случае неодобрительные взгляды окружающих? Именно потому, говорит Гофман, что наше социальное «я», оно состоит во многом из этих неодобрительных взглядов окружающих. И ущерб, который нанесен ему, во многом воспринимается как ущерб гораздо более физически, более страшный, чем ущерб физически, гораздо более опасный. Люди делают самые необдуманные вещи и совершают самые героические подвиги для того, чтобы не упасть в глазах окружающих. И в этом смысле в поведении в повседневных ситуациях может крыться некий ключ к тому, как возможен социальный порядок, за которым не стоит организованное насилие, которое не подкрепляется политической властью. Если бы вопрос соблюдения морали был вопросом приличия, то люди были бы гораздо более моральными субъектами, чем они являются на наших глазах. И в этом смысле книга Гофмана может быть интересной для тех, кто интересуется более широкими вопросами о том, как социальный порядок может быть установлен или изменен.